Говорим про то, как использовать плюсы. Зачем вообще это может быть нужно? Ну, Кумел, он всем хорош, простой, красивый, можно логику писать. Но, как мы с вами раньше уже обсуждали, если нужно что-то делать эффективно, если нужен доступ к большим сложным библиотекам плюсовым, если нужен доступ к обширному API, то вам придется использовать плюсы. Ну, благо, есть очень хороший способ подружить плюсы с QML, и мы сейчас с вами об этом поговорим. Начнем с того, что поговорим о том, как устроена объектная модель, ну, основные ее буквально вещи, потому что устроена она не то, что прям совсем очень просто, и все аспекты проговорить не получится. Поэтому основные концепции. В Qt все объекты, которые входят в концепцию объектной модели, они наследуются от CoObject. То есть базовый класс CoObject. Он инкапсулирует в себе много разных механик, ну, в том числе позволяет реализовать механизм сигналов и слотов за счет метаинформации, за счет ее же позволяет определять свойства. Ну, там, кроме того, еще все объекты предоставляют таймер, но про это нам сейчас не интересно. Нам важно понимать, что из объектов составляются иерархические структуры в приложении. Вот когда мы с вами говорили о том, что есть паренты, есть чайлды, вот это все позволяет выстроить дерево объектов. Соответственно, каждый объект может ссылаться на своего парента, если он у него есть. У каждого объекта могут быть чайлды. Получаем структуру деловидную. И при удалении объекта все его чайлды, для них тоже будет вызван метод удаления. Для того, ну, кроме того, для того, чтобы вся вот эта вот конструкция работала, про это мы тоже с вами уже говорили пораньше немножко, но я здесь повторюсь, потому что в этом контексте это особенно важно, используется дополнительный компилятор. То есть код на C++ не сразу скармливается компилятору плюсовому. Сначала он проходит метаобъектный компилятор, который дополняет этот код, раскрывает макросы, и генерирует дополнительные мок-файлы. И вот уже после этого все это дело сканируется с компилятором. И после получается, что у вас очень функциональный становится язык, который обладает еще рядом конструкцией. Ну, для того, чтобы сравнить, давайте посмотрим на то, как устроено объявление класса C++. То есть вы берете класс, можете ему написать еще какой-то базовый класс, говорить, что у него есть публичная часть, приватная часть. И вот принцип-то вроде как вот. Ну и все, там дальше можно просто писать разные оверрайды и прочее. Если мы говорим о том, как устроен класс плюсовый, тоже класс, но на Qt, он обвешивается еще рядом вещей, то есть он наследуется от QObject, у него прописывается в обязательном порядке, прописывается в макрос QObject, вот такой вот Q-подчеркивание Object, это важно для того, чтобы метаобъектный компилятор его нашел и поставил туда большой кусок кода, связанный с генерацией всей этой метаинформации. Есть публичная часть, есть приватная часть. Но, кроме всего прочего, есть еще разделение на сигналы, слоты. И это две отдельные части, которые могут быть выделены, и в которых прописываются как раз сигналы и слоты. Это механизм, про который мы поговорим сейчас. То есть, что такое сигналы и слоты? Вот представьте себе, что у вас объекта, ну вы знаете, что у него есть вот метод, но за реализацию метода могут отвечать другие объекты. И это зачастую бывает очень удобно, потому что объект говорит, я хочу, чтобы вот это было сделано. Или у меня вот такое сделано, пожалуйста, обработайте это правильно. Для этого была придумана концепция сигналов. По сути, это заголовок метода, реализацию которого могут добавлять внешние объекты. И к одному сигналу может быть подключено много разных слотов, как их реализации, которые при спускании сигнала будут также вызываться. Более того, сигналы могут также подключаться к сигналам, соответственно, при спускании одного сигнала будет автоматически спущен другой. Сигналы могут ни с кем не соединяться, в этом случае при спускании сигнала просто ничего не будет происходить, он где-то спущен, и никто на него не реагирует.
Ну, так же, как и другие методы, сигнал можно будет передавать параметры, и эти параметры будут переданы всем слотам, которые, и всем сигналам, и слотам, которые к этим сигналам подключены. Слоты, соответственно, для того, чтобы они корректно работали с сигналами, должны подразумевать такой вариант, что они не возвращают значения. По сигнатуре они должны подходить к сигналам, то есть принимать не больше аргументов, или, по крайней мере, иметь свои вариации, которые принимают те же самые аргументы, что шлют сигналы. Ну и слоты, конечно же, не могут определяться как статик. Ну, просто немножко проговорю про, еще раз про то, как это работает. То есть в объекте могут объявляться любое количество сигналов и слотов. Они могут содержать различные аргументы, в точности так же, как и любые другие методы. Сигнал может быть подключен к множеству слотов, и при спускании сигнала все эти слоты будут спускаться. Кроме того, реализован механизм, который позволяет связывать объекты в разных потоках. Здесь уже на бэкэнде сигналов и слотов всего механизма работает механизм событий. Генерируется событие, сигнал вызывается, когда это событие в лавэкупе возникает. За счет этого появляется удобный механизм связания объектов, которые даже в разных потоках живут. Ну и вот сегодня вопрос, который уже задавался, а что же происходит при уничтожении объекта? Ну, сигналы слоты отключаются от всего остального этого объекта, и он уничтожается. Можно проговорить более детально, как этот механизм устроен. То есть, если объект называется метод bootloader, то генерируется событие, согласно которому этот объект должен быть удален. Это событие, ну, и удаление объекта будет выполнено на старте следующего цикла event-loop. То есть все, что ему в рамках этого текущего итерации event-loop пришло, объект обработает, а вот на следующей итерации он уже будет удален. Ну и, соответственно, если вы хотите использовать сигналы и слоты, то ваш класс должен быть унаследован к объекту, и в нем должны быть должен быть макрос куб подчеркивания object. Отдельно скажу, что есть еще макрос куб подчеркивания гаджет, который не умеет сигналы слоты, но тем не менее позволяет быть проброшенным в, может быть проброшенным в QML. Но про гаджеты мы здесь говорить не будем, но тем не менее полезно это иметь в виду. Это как такая облегченная альтернатива к объектам. Про синтаксис. Как происходит подключение? Отключение тоже можно сделать. Здесь не будет слайда про это, как происходит подключение и спускание сигнала. Есть метод connect. У этого метода есть много разных вариаций. Базовый вариант принимает 5 аргументов. Это указатель на тот объект, который спускает сигнал, указатель на метод сигнала, указатель на объект, который принимает сигнал, указатель на слот или на сигнал объект, который нужно привязать. И пятый аргумент – это способ соединения. Про него вы можете почитать отдельно, если вам будет интересно. Вот будем здесь рассматривать перегруженный вариант, который мы сегодня 4 аргумента, соответственно, способ соединения автора. Есть варианты еще с меньшим количеством аргументов, но вот это будем считать как базовым. С теста, вот пример подключения есть. Здесь в качестве метода, в качестве сигнала и слота используется указатели на метод. На самом деле эта вариация появилась только начиная с 5-го CNUT. До этого использовался другой вариант, когда передавались строки, которые порождались макросами сигнал и слот соответственно, и связывание происходило уже на этапе выполнения только, не было никакой возможности все это дело проверить. Но там с развитием стандарта C++ появилась возможность делать привязку как раз к указателям на функции. Ну, на самом деле, вот так вот по-честному, вы можете к сигналу подключить и лямбда функцию, и тоже будет работать. Соответственно, для того, чтобы испустить сигнал, нужно писать ключевое слово emit. Можете посмотреть, во что оно раскроется, и будете удивлены. Это макрос. Вот. Ну и дальше написать имя сигнала, те аргументы, которые нужно ему передать. То есть, по сути, очень похоже на вызов функции.
Давайте теперь посмотрим на то, как все это дело работает, когда происходит взаимодействие с Palmweb. Но прежде чем дальше рассказывать, я хочу посмотреть, есть ли у вас какие-то вопросы. Если есть, пожалуйста, напишите. Если нет, можете тоже что-нибудь написать. Нет вопросов. Для меня будет приятно, потому что когда человек молчаливый, это немножко грустно. Может ли сигнал быть широковещательным? Вопрос в том, что такое широковещательный сигнал. Не очень понятно, что это. То есть можно придумать конструкцию, в которой сигнал рассылается всем объектам, которые где-то зарегистрировались. Например, вы можете сделать синглтон, к которому подписывать на сигналы других объектов, и он будет рассылать всем. То есть, в принципе, конструкцию реализовать можно. Снова вызывать синхронно. Ну, краткий ответ по умолчанию – да. Более полный ответ, они вызываются сложнее. То есть, как я говорил, там реализуется и механизм вызова через event loop, если это требуется. Ну, там, возвращаясь к предыдущему вопросу, сигнал может предназначаться нескольким получателям, то есть все, кто подписался на сигнал, его получат. Ну, в этом смысле можно считать сигналы широковещательными. То есть объект, вот смотрите, он как бы, здесь используют слово «испуская», да, то есть объект не посылает сигнал кому-то конкретно, он его испускает. Он говорит, вот у меня что-то произошло, кто хотел об этом знать, вы об этом узнали. Ну, а кто хотел об этом знать, соответственно, подписался на обновление объекта за счет Object Connect. Вот. И, конечно же, механизм сигналов слотов, он, по сути, лег в основу биддинга, по сути, лег в основу всех связываний, всех обработки событий, которые используют в Palmweb. Экземпляр объекта создастся при вызове слота. А нет, не создастся. В точности так же, как вызов любого метода. То есть относитесь к слотам без... которые не привязаны ни к каким сигналам, так же, как к методам, да, то есть, ну, не создаться объект. Потому что и непонятно, о какого же объекта этот сигнал. То есть это просто методы каких-то объектов, которые можно привязывать к слотам. Ну, а слоты — это методы, которые можно привязывать к сигналам. Ну, и в точности так же, как при вызове какой-то функции, для того, чтобы ее вызвать, тебе нужен какой-то объект, у которого эта функция есть. Ну, ладно. А давайте дальше. Дальше поговорим о том, как бы нам подружить C++ и Coma. То есть, есть несколько способов это сделать, но сводятся они, по сути, к тому, что мы описываем какой-то класс на плюсах и делаем его доступным в Palmweb. Здесь мы рассмотрим способ, который просто регистрирует класс как тип Palmweb. И, соответственно, вы также на Palmweb создаете объекты этого типа и их используете. Здесь последовательность шагов, которые нужно выполнить для того, чтобы класс у вас стал доступен в Palmweb. Соответственно, вам понадобится определить сам класс, то есть его заголовочный файл, его реализацию. Затем придется сделать регистрацию этого класса. Это, как правило, делается в основном файле приложения при старте приложения. Ну, можно делать и в других экзотических местах. Затем, ну, при регистрации класс регистрируется обязательно в каком-то модуле. Имя модуля нужно будет указать, и этот модуль будет подключаться в QML файлах. То есть вам для того, чтобы использовать зарегистрированный класс, нужно будет подключить этот модуль. Но затем использовать его просто по тому имени, с которым вы его зарегистрировали. Сейчас посмотрим, как все это работает. То есть есть у нас какой-то вот класс, класс name. Для того, чтобы... Причем класс name должен быть унаследован от QObject. Для того, чтобы его зарегистрировать, вызывается QML Register Type.
это шаблонная функция, и в качестве типа передается классname, а в качестве аргументов передается модуль, в котором нужно зарегистрировать этот класс. Соответственно, как правило, модуль совпадает с именем приложения или с именем библиотеки, который класс регистрируется. Дальше передается версия модуля. Если вы вспомните, когда мы импортировали QPQ, например, мы писали import QPQ 2.0. Здесь то же самое, передается два числа. Мажорная, минорная версия модуля. Дальше передается имя типа, которое будет соответствовать классу. Для того, чтобы эта шаблонная функция у вас появилась, нужно подключить QPQ. Библиотечку, после этого все будет работать. Ну и, соответственно, для того, чтобы использовать, вы делаете импорт модуль name, указанная версия 1.0, и используете просто класс по имени типа. Вот. В классе можно регистрировать свойства, перечисления, можно делать отдельные методы исполняемые. И здесь мы сейчас с вами посмотрим, как это работает. Вот у нас есть синтаксис. Регистрация свойства происходит с помощью матриса QProperty. Это, как правило, делается где-то в начале описания объекта. То есть вы пишете QProperty, дальше тип, которым это свойство соответствует. Ну, тип плюсовый, то есть, например, QString может быть. Дальше указываете имя свойства, это имя, по которому это свойство будет доступно в QML. Дальше указываете getter через ключевое слово read. Указывайте getter. Getter – это функция, которая вернет значение свойства. Дальше есть вариации. Свойство у вас может быть либо изменяемым, либо неизменяемым, константным. Но в зависимости от этого может получаться по-разному. То есть если у вас такой один из самых распространенных вариантов – это свойство, которое можно как читать, так и менять из QML. В этом случае вам нужно будет указать setter. Setter пишется с помощью ключевого слова write. Дальше указывается метод, который позволяет свойство сдавать. Это метод, который возвращает void и в качестве аргумента принимает один аргумент, тип которого совпадает с типом свойства. Но при всем при этом, на что хочу обратить внимание, чтобы работал механизм биндинга, должен быть сигнал, который который сообщает всем о том, что свойство изменилось, уведомляет всех. Вот. Этот сигнал должен быть определен в объекте, и его нужно вручную будет вызывать, а указать его свойства можно с помощью notify. И дальше пишется имя сигнала. Какие могут быть вариации? У вас свойство может быть константным, то есть оно вообще не изменяется, в этом случае вы вместо write и notify пишете constant. Еще может быть и вариация такая, что у вас свойство может изменяться, но снаружи его изменить нельзя. Ну, так называемое read-only свойство, да, то есть свойство, которое сам класс может поменять. В этом случае вы не задаете setter, но вам придется все равно задать notify сигнал, который будет говорить о том, что свойство изменилось, чтобы другие могли к нему подключаться, биндиться и следить за его изменениями. Вот здесь на слайде показана пара примеров, как можем задать. То есть, собственно, первый пример, он как раз регистрировать свойство, которое можно и читать, и писать, и оно изменяется. Второе свойство, которое можно только читать, но тем не менее оно все еще изменяться может. Можно зарегистрировать метод, который можно будет вызывать из QML. Бонус в том, что все слоты автоматически регистрируются, но можно зарегистрировать и другие методы, например, которые вычисляют какое-то значение. Напомню, что слоты, вообще говоря, не предназначены для того, чтобы что-то считать. Они предназначены для того, чтобы подключаться к сигналам, соответственно, они, как правило, ничего не возвращают. Если вам нужен какой-то метод, который что-то вернет, а мы с вами с такими сталкивались, например, всякие методы типа getModelek, вот, он регистрируется с помощью макроса QInvocable. Дальше пишется тип, возвращаем его значение, имя метода. Ну, то есть, по сути, вы просто берете обычный метод класс, к нему приписываете сначала invocable, и все становится хорошо. Потом вы его сможете вызывать из QML просто как обычный метод. Также можно регистрировать перечисления.
Перечисления полезно регистрировать, ну, собственно, ровно для того, для чего нужны перечисления. И мы с вами с перечислениями уже сталкивались. Например, это всякого рода ориентации, состояния и прочие дискретные вещи. Ну, регистрация перечисления делается тоже очень просто. Если у вас есть какой-то enum, вы просто используете макроску enum, куда передаете имя enum, и все, у вас перечисление становится используемым из QML по имени типа. То есть, если вы зарегистрировали какой-то enum, то все его значения становятся через точку, доступным после имени типа соответствующего класса. И давайте здесь, что у нас со временем, 17 минут, давайте так, давайте я эту презентажку до конца дочитаю, дальше поделаем часть, которая поинтереснее, а потом, которая попрактичнее, если останется время, потому что мы не знаем, ну, конечно, вот здесь вот было рассказано про то, как можно регистрировать объекты произвольные, наследники QObject. Но зачастую хочется сделать не просто объект, а объект, который бы как-то отображался, соответственно, обладал бы теми же всеми свойствами, которые обладает item. Для этого используется унаследование от QtClickItem. И, ну, по сути, QtClickItem – это item обычный. У него есть метод updatePaintNode, и здесь нужно сделать отсылку на то, как происходит отрисовка всех айтемов в QML. Они рисуются с помощью структуры, которая называется QtClickStringGraph, кратко QSG. В ней регистрируются разные свойства визуальных объектов, это их геометрия, другие свойства, связанные с материалами и, ну, с тем, как они должны отрисовываться. Это все дело оптимизируется и рисуется каждым кадром. Соответственно, там можно помечать некоторые узлы как требующие перерисовки, можно помечать как не требующие перерисовки. Оптимизаций много разных. Это рисуется быстро с помощью OpenGL-VS. Ну и для того, чтобы у вас объект отрисовывался по-хорошему, нужно просто унаследовать QtClickItem и переопределить метод updatePaintNode. Это как раз тот метод, который отвечает за отрисовку. Вот здесь показан пример его переопределения. То есть просто создается простой нод, у него задается цвет, и на самом деле все. То есть он заполняет прямоугольник. То есть вот так вот реализуется простой красный прямоугольник. Вы унаследовали от QtClickItem, переопределили метод updatePaintNode вот таким образом. И ура, у вас есть красный прямоугольник. Здесь же можно подкрутить использование OpenGL-ES и рисовать разные интересные и очень эффективно рисовать разные интересные вещи. Но в рамках этой презентации мы не будем подробно останавливаться на том, как работает QSG, потому что тема большая, а посмотрим на то, как работает другой способ отрисовки. Попроще, помедленнее, но попроще. В Qt есть такая штука, называется QPainter. Это класс, который предоставляет простые способы отрисовки. И можно унаследоваться от QtClickPainterItem. Это как раз объект, который реализует отрисовку с помощью Painter. У него есть метод paint, который нужно перегрузить. Если вы его перегрузите, у вас будет рисоваться Painter вся графика визуального элемента. Вот здесь показана реализация, которая рисует картинку, отрендеренную из PDF-файла. Вот мы сейчас с вами попробуем что-то такое посмотреть вживую, как работает. Потом поговорим о реализации. Нет, давайте так. Сейчас поговорим о реализации модели, а потом все вживую посмотрим. Про реализацию модели.
Конечно же, модели тоже можно писать на C++. Более того, те модели, которые предлагает модуль Qt-Click, они реализованы на C++. И можно найти их исходники, посмотреть, как они работают. Есть базовые классы разные для моделей в Qt. Но вот здесь вот мы посмотрим на тем, как делать листоподобную модель, то есть спископодобную, да, когда все элементы идут в списке. Для этого понадобится наследоваться от QAbstract List Model. Есть QAbstract Model, который наследован на QAbstract List Model, добавляющий ряд уже перегруженных методов. Ну и для упрощения можно наследоваться от нее. Там понадобится перегрузить несколько методов. Это rowCount, который возвращает количество элементов. Data – это метод, который возвращает данные конкретного элемента. Также может понадобиться header data. RowNames используется для того, чтобы обращаться к отдельным свойствам элементов. Если у вас модель допускает, что данные отдельных элементов могут изменяться снаружи, понадобится реализовать метод setData. Но это метод, который будет вызван, когда что-то делают с отдельным элементом, что-то не меняет. Если допускает модель то, что снаружи могут изменяться не только данные отдельных элементов, но и вся структура модели, то есть добавляться и удаляться элементы, понадобится реализовать методы insert rows и remove rows. Ну и дальше взять вашу модельку, зарегистрировать ее просто как QML-тип, так же как регистрация обычного QML-типа происходит, который мы до этого смотрели, и использовать. Здесь буквально несколько слайдов, посвященных примеру реализации одной модельки. Она унаследована от QAbstract List Model. У нее есть одна роль, потому что там каждый объект будет обладать свойством name только. Хочу обратить внимание на то, что стандартные роли заканчиваются константой QtUserRole, поэтому следующую роль нужно будет посчитать с QtUserRole плюс 1. И здесь перегружены методы RowCountData и RowNames. И добавлен метод Activate, который объявлен как invocable, то есть его можно будет использовать из QML. И он что-то хитрое делать с элементом модели, что именно хитрое, посмотрим через слайд. Хранит эта модель у себя на бэкэнде вектор строк, хотя на самом деле модель не обязательно должна что-то хранить, она может данные получить разными способами, может их генерировать, может их откуда-то добывать. Важно, чтобы были реализованы соответствующие методы, которые нужны для работы с данными, как они будут реализованы, соответственно, модель. Так, ну давайте просто кратенько сначала здесь покажу, что происходит. Когда у нас запрашивается row count, возвращается размер, количество элементов, которые у нас хранятся здесь внутри модели. То есть количество элементов, row count. Как у нас происходит инициализация? Ну, да как угодно она может происходить. Суть в том, что либо вы там заполняете модель, либо не заполняете. В данном случае происходит заполнение модели каким-то набором строк. RowNames – это штука, которая нужна для того, чтобы QML понимал, по каким именам происходит обращение к разным свойствам модели. По сути, конвертер индексов из rows в строки. Ну, и этот метод, который должен вернуть словарик, который там по индексу роли через byte array передается имя роли. Data – метод, который возвращает значение. Там есть стандартная проверка на то, что индекс не должен быть валидным. Должен быть валидным. Ну и дальше в зависимости... Ну, а в качестве вот role как раз передается число, соответствующее типу роли, то есть тип свойства, которых хотим получить с помощью метода data. Ну, здесь делается проверка простая, если роль это совпадает с ролью имя, то мы возвращаем данные из хранящегося внутри массива. Если не соответствует, то возвращаем просто пустой q-вариант. Ну, на всякий случай прокомментирую, что q-вариант это тип, который может внутри себя хранить разного рода данные, он умеет приводиться к разным
стандартным типом, и умеет получаться из этих же стандартных типов и использовать как раз для обмена данными, тип которого заранее не используется. Вот. Ну и метод ActiveWare, здесь он немножко интересно реализован, давайте посмотрим, что он делает. Ему передается индекс. Он по этому индексу находит элемент. Но если элемент не находится, он больше ничего не делает. Вот если он находит элемент по этому индексу, тогда он удаляет до этого индекса, а потом добавляет этот элемент. Ну и здесь важно обратить внимание на то, что вызываются методы beginRemoveRows и endRemoveRows, которые как раз, это методы, которые спускают соответствующие сигналы. Вот, beginRemoveRows и endRemoveRows, они нужны для того, чтобы моделька повестила все вьюшки, которые подписаны на нее, которые используют, о том, что она будет изменяться. Ну и все с этой презентажкой. Дальше немножко практики поделаем. Давайте сначала посмотрим, что вы спрашивали. Так, экземпляр. Этот вопрос. Типы для куб-пропорти можно было бы указывать. Хороший вопрос и правильный. Да? То есть куб-пропорти должен возвращать тип, который QML знает. То есть это либо один из базовых типов, тогда они приводятся к соответствующим базовым типам в QML, либо один из типов, которые понятно как приводятся к базовым типам в QML, это вроде QString, который приводится к String. Ну, соответственно, они, их экспорт в QML происходит непосредственно к ютам, либо один из тех типов, которые экспортируются в QML уже внешним модулем или непосредственно вашим приложением. Так, ну давайте вы там пока можете вопросы написать, я пока проделаю следующее. Я хочу вам показать, как происходит рендеринг картинок на примере, таком простеньком примере PDF-вьювера, который использует QuPainter для отрисовки картинок в айтемах. Это Tiny PDF Viewer. Нет. Соответственно, нам понадобится его скопировать в директорию, где у вас проекты лежат. Открыть эту директорию. Так. Ну, давайте здесь все закроем. Нам уже не надо. Нам понадобится профайлик отсюда. Ну, буду собирать снова под 4.86. Здесь я не буду активировать Qt QML Live, потому что здесь QML мы изменить на самом деле и не будем. А мы здесь вообще ничего изменить не будем. Мы посмотрим, как эта штука устроена. Вот. Но хочу обратить внимание, что здесь происходит следующее. Здесь импортируется библиотечка, которую посмотрим, как объявляет. И вот у нас есть PDF View. Вот этот вот тип, он реализован в этом приложении. Первое, на что хочу обратить внимание, то, что эта штука сейчас не соберется. Вот я нажму Ctrl-B. И он не собрался, потому что ему нужна библиотечка Qt PDF. А библиотечки Qt PDF в Build Engine нет. Для того, чтобы ей пользоваться, нужно ее туда добавить. Как мы это сделаем? Ну, сделаю это следующим образом. Вот у меня есть Workspace. Это то место, где лежат проекты все. Я туда же скину RPM файл библиотеки. Эти RPM файл библиотеки, они лежат вот здесь вот выложены в уроке на степике. Соответственно, Qt PDF это сама библиотечка, Qt PDF Devel это пакет, позволяющий использовать ее для сборки приложений. Понадобятся оба, поэтому скидываю оба. Дальше иду и авторизуюсь в Build Engine.
Как я это делаю? SSH, порт 2222, стандартный. Можно изменить настройку HTTP, но я не менял, поэтому не стандартный. Дальше путь, где установлено. Ну и также в этом пути уже. Ну да, все, ну, хорошо. Aurora SDK. VM-Sharp. Private. Кто там? SSH, Private Keys. Дальше нам нужен Engine. В Engine здесь два пользователя, есть мир SDK и root. Мы будем работать из мир SDK, потому что он предназначен для разработки. Соответственно, мир SDK. Localhost. Вот. Дальше мне нужно получить путь к тому каталогу, где у меня находится вот весь этот workspace. Он был указан как альтернативный каталог при установке SDK. Я могу посмотреть, что у меня происходит с SDHome внутри Node Engine. Здесь есть две директории. Мир SDK и src1. Давайте посмотрим, что в каждой из них. LS. Мир SDK. Char. Это домашняя директория хостового пользователя. То есть пользователь, который у меня в хостовой системе находится. Но у меня подключена для проектов не эта директория, а директория как раз в home src1. Вот она. И можем увидеть, что здесь есть QPDF библиотечки как раз. Вот нам их и надо поставить. Поэтому я делаю cd home src1. Так. И делаю установку библиотек. Мне их нужно поставить в таргет, который для x86. Придется проделать несколько вещей. SB2. То есть будем использовать Scratchbots для этого. Таргет укажем. Таргет. Вот такой вот. Я нажимаю табуляцию для того, чтобы происходило автодополнение. Благо это у меня тут хорошо идет. Дальше нам нужно будет указать режим. Это указывается флагом M. После табуляции виден список доступных режимов. Нам понадобится режим SDK install, который предназначен для настройки SDK. Вот. Будем выполнять команду от рута по этому root. И дальше пишем, что хотим выполнить. Хотим выполнить установку всего того, что у нашей директории есть. Вот эти два пакета. Других RPM здесь нет, поэтому я поступлю таким вот образом. Просто все RPM из текущей директории. Вот они поставились. И теперь давайте я снова попробую собрать. Нажимаю Ctrl-B и жду. Ну вот, можно заметить, что полосочка стала зеленой, она собралась. Ура, мы с вами посмотрели, как происходит добавление необходимых библиотек в среду сборки. Вот, теперь можем попробовать ее поставить. Вот, нужно подтвердить. И смотрите, она не встала. Она не встала, потому что для работы библиотеки, для работы приложения тоже нужна библиотека. Она указана здесь в зависимости. Если мы посмотрим в RPM, YAML, видим, что здесь указан QPDF. В эмуляторе его, конечно, тоже нет. Поэтому придется QPDF закинуть и в эмулятор. Но благо мы с вами в эмулятор сегодня уже что-то закидывали, поэтому люди натренированы. Нам понадобится не демо-версия, а обычная версия библиотечки. Так, я выхожу сюда. Это вот SCP-команда есть у меня, которая как раз для эмулятора предназначалась. Теперь я туда буду закидывать библиотечку.
Ох. Так, я дело закрою. Открою снова выбор, который лежит. Вот. Библиотечка, вот SCPM. Так. Значит, я открыл эмулятор, эмулятор, терминал в директории, в которой находится RPM-пакет с библиотекой. Здесь у меня раньше еще была прописана команда для SCPM, мы сегодня с вами использовали, поэтому вот я ее там откопал в истории команд. А теперь нам понадобится просто подменить, что же мы копируем в эмулятор, а копируем мы теперь не WebCat, мы копируем туда QPDFium 5.5.0.1.486 RPM. Ну, пускай туда же попадет папку Downloads. Вот. Теперь нам нужно авторизоваться в эмуляторе. Под рукой авторизовались, идем. Home Name Downloads. Да, здесь теперь у нас есть WebCat и QPDF, нам понадобится установить QPDF. Теперь у нас эта библиотечка есть и в эмуляторе, и мы ее можем использовать. Давайте проверим, что установится все. Так, пожалуйста, подтвердите установку на устройство. Да, хочу установить на устройство. Чем мне нравится? Deploy failed. Вот, ну и хорошо, что-то ему не понравилось. Так. Так, ладно, давайте посмотрим, что он ругается. Попозже. Сначала покажу просто, как оно устроено, это приложение. Здесь есть исходники. В исходниках реализована как раз PDF-юшка. Это штучка, которая использует библиотечку QPDF для рендеринга PDF-файлов. Соответственно, определен класс, который наследуется из QuickPainted Titan. У него определены свойства, которые позволяют задать текущую страницу, позволяют, причем здесь, видите, определен как раз write метод. В качестве read он выдает page, в качестве write используется метод setPage. Вот он метод page. Вот, вот он метод setPage. В качестве аргумента, аргументы принимает один параметр типа int. PageCount возвращает количество страниц, этот метод, который не вытопал. Соответственно, у него есть только уведомление о том, что количество страниц изменилось. Есть путь к документу, который используется для указания того, какой документ загружен. И статус, который используется для отслеживания статуса документа. Соответственно, у него есть QML статус, и его можно смотреть. Соответственно, в QML, ну еще здесь происходит регистрация. Вот в этом месте приложения происходит регистрация PDF-U вот в таком вот модуле вот с таким вот именем типа. Здесь есть обвязка, которая предназначена для того, чтобы обработать аргумент командной строки, соответственно, через командную строку передается имя файла, который надо отобразить. Ну и дальше давайте просто покажу, как реализован сам PDF-U. У него здесь происходит подключение сигналов к тому, что нужно его перерисовать. То есть, если вдруг изменилась высота или ширина вьюшки, значит, нужно вызвать метод update. Метод update как раз используется для того, чтобы обновить то, что вьюшка нарендерила в предыдущий раз. Это стандартный метод у QuickPainted Titan. Этот метод update вызывает метод paint, который как раз и занимается отрисовкой. Здесь логика проверки корректности
документа, корректности страницы документа. Ну и в конце концов вызывается метод drawImage у Painter, в который подсовывается сгенерированная картинка. Ну, тут реализация других методов, которые возвращают информацию о кошке. Давайте все-таки посмотрю, что же она не установилась у нас. Так. Для этого. Попробую скопировать КПМ-ку непосредственно. Она в мед попала. Вот сюда. Там не подошли ее. Вот у нас тут RPM-ки лежат. Давайте мы попробуем закинуть PDF-ку, RPM-ку с PDF-вьювером непосредственно на устройство, посмотрите, что происходит при установке. Так, закидывайте первоначальный PDF-вьювер. SSH обратно лезем в эмулятор. SSH. Так, CD, Home, Nemo, Downloads. Смотрим, что у нас тут есть. Тайный PDF Viewer и пытаемся установить. Ой. Так. И он установился. Вот чудеса какие-то. Ну ладно. Давайте посмотрим, что он установился. Да, вот действительно здесь есть PDF Viewer. Потом разберемся, почему он за ДЕшки не устанавливался. Но давайте посмотрим, как он работает. Еще один аспект работы, который хотел бы вам показать. Это как раз указание пути, с которым можно запускать. Давайте проверим вообще, что у нас будет запуск. Как не запустится? Ну ладно, просто тогда покажу, где это настраивается, потом покажу, как это можно сделать вручную. То есть вот здесь вот при запуске можно выбрать путь. Ну не путь, можно выбрать аргументы, которые передаются в командную строку. И здесь в качестве аргумента нужно как раз указать путь к PDF, которую нужно открыть. Вот, но коль скоро у нас это счастье не запускается из задержки, я перейду проделал вручную, но для этого придется туда отправить какую-то PDF. Вопрос в том, какую PDF-ку я туда отправлю. Ну, наверное, отправлю одну из PDF, которую я вам показывал сегодня, например, использование C++. Давайте мы ее скопируем. Это у нас был SCP под рукой. И туда же, давайте в документ ее положим. Вот так. Пишку PDF-ки. Используем C++ PDF. Скопировалось. Только мне нужно под Nemo. Так. Nemo. Я же хочу запускать из-под пользователя Nemo. Так, давайте-ка я выведу на сюда вот. И, значит, пишем команду. У нас тайный PDF Viewer. Ему нужно указать документ Home, Nemo, Documents, используя C++ PDF. И вот появился приложение, которое показывает ту PDF, о которой мы сейчас говорим. Так, а пока поступим вопросы. Вопрос такой еще, если мы в PyTengine или в эмуляторе что-то ставим, то в другом проекте эти пакеты тоже доступны? Да, они будут доступны в другом проекте тоже, потому что они ставятся общие для всех проектов. Но более того, если вы обратите внимание, я при установке RPM файлов нигде не указывал, для какого проекта они будут доступны. А на что хочу важно обратить внимание, то что при выключении эмулятора есть опция «Восстановить текущий снимок». Это значит, что после выключения будет сброшен эмулятор к начальному состоянию. Вот если это произойдет, то, конечно, все, что там было установлено, оно удалится.
В противном случае все, что установлено, оно будет установлено для всех проектов. Те библиотеки, которые есть в репозиториях, их гораздо правильнее прописывать просто в зависимости, они будут подтянуты при установке приложения. Те библиотеки, которых в репозиториях нет, но приходится ставить вот так вручную. Так, что у нас со временем? Есть еще 10 минуток. Давайте за эти 10 минуток попробуем что-нибудь простенькое сделать, если хотите. Если не хотите, то не будем очень просто это делать. Если хотите, напишите, пожалуйста, в чат. Я пока вопрос почитаю. Так, если правильно помню, для формирования продакшн релиза для SFish рекомендовалось использовать их сервис для более чистого окружения билда. Так, это хороший комментарий. Смотрите, мы внутри OMP используем развернутый сервер OBS для подготовки билдов. OBS, он при сборке пакетов использует действительно чистое окружение, то есть он по возможности оттуда выкидывает все предустановленные зависимости. Ну, не то, что выкидывает, но просто туда не добавляет. Добавляет только то, что прописано в зависимостях собираемого пакета. Зависимости могут быть для сборки, для выполнения, вот все, что для сборки нужно, он подтягивает. Если все, что нужно, подтянулось хорошо, можно собирать. Если что-то не подтянулось, значит, есть какие-то проблемы. И да, это правильно было бы использовать. Мы сейчас пытаемся продвинуться в ту сторону, чтобы в SDK, в среде сборки, можно было делать так же. То есть использовать чистое окружение для сборки. Ну, как видите, в эмуляторе это можно делать. В принципе, в Build Engine можно реализовать похожий подход. Так, давайте сделаем что-нибудь простое. Ну, давайте сделаем что-нибудь простое, потренируемся насчет сигналов и слотов. Для этого там есть шаблон проектика. Можете пока писать другие вопросы, я их прочитаю, потом прокомментирую. А пока давайте посмотрим шаблон проектика, последний, который у нас там был. Он называется Text Processor Demo Template. И там есть простенькое приложение, на котором можно потренироваться с написанием сигналов, слотов, регистрации объекта и всякое такое. Вот он, темплит. Я его скопирую в директорию к остальным проектам. Так, это дело все закроем. И открою его. Где тут по фронту хочу? Вот он. Так. Ну, здесь есть. Давайте посмотрим, что здесь есть. В SRC-шках лежит реализация класса, который умеет обрабатывать строки. Но как он делает? У него есть внутри свойство текст. И есть свойство action. Текст — это строка, action — это один из методов преобразования строки, который у нас здесь в качестве enum определяет. Соответственно, no action ничего не делать, back uppercase сделать всю строку с заглавными, make lowercase сделать всю строку строчными буквами. Вот. Есть метод, который возвращает процесс текст. Он устроен очень просто, просто в зависимости от того действия, которое нужно применить к строке, он это действие применяет. Есть метод, который возвращает текст, метод, который возвращает action. Есть методы, которые задают текст, задают action. Есть метод remove, который из текста вырезает все вхождения шаблона. Тоже можно посмотреть, как он устроен. Он просто вызывает соответствующий соответствующую функцию кустринга. Вот. И есть сигналы, которые предназначены для оповещения о том, что что-то изменилось. Если мы посмотрим в QML-ную часть, так, давайте пока запущу сборку всего этого. Так, погнали. Если мы посмотрим в QML-ную часть, здесь вроде как этот техпроцессор пытается использоваться для того, чтобы обработать текст. Ну, здесь такая
Версточка, которая содержит текстовое поле, в которое можно вводить текст, в другом поле будет выводиться обработанный текст. Вот сейчас у нас тут все развалится, потому что у нас не подключен страничка, он не может ее загрузить. Вот. Но сейчас мы это дело по ходу доработаем. Так, давайте смотреть, где нам нужно это дорабатывать. А здесь есть несколько тудушек, которые говорят о том, что нам нужно что-то сделать. Давайте начнем с того, что объявим свойство, которое у нас есть. У нас есть несколько свойств. Это текст свойства, оно должно быть readable. Здесь напишем кнопку property, тип QString, текст это строка, называется он текст. Я хочу обратить внимание на то, что здесь средства IDE сразу позволяют сгенерировать setter, getter и сигнал. Они как раз соответствуют тому, что у нас есть. Есть setter текст, есть getter. Есть свойство текста, у которого setter текст, вот он. Getter set текст, вот он. И сигнал text changed, вот он. Хорошо, объявили свойство. Давайте двигаться дальше. Readable action property. Значит, Q property. Тип action. В качестве типа свойства может быть как раз зарегистрированный любой enum. Action. И здесь он тоже сгенерировал сразу getter, setter и сигнал. И нужно объявить read-only property процесс текст. То есть обработанный текст это тоже будет свойство, но оно будет read-only, потому что его нельзя изменять непосредственно заданием, оно будет изменяться при изменении текста. Потом пишем property string. Процесс текст. Ну, я вот так вот сделаю и удалю write. Вот этого у нас нет. Этот текст нельзя менять вручную. Так, говорят, что нам нужно зарегистрировать enumeration. Ну, напишем qenum action. Все, отлично. Зарегистрировали enumeration. Так, теперь говорят, что неплохо бы сделать вот этот вот метод, тоже вызываемым снаружи. Но для этого нам понадобится coinWalkable. Ну и все, теперь этот метод можно вызывать из coinWalkable. Отлично, в хедере проделали все, что нужно было. А теперь давайте посмотрим, что нам нужно сделать в CPP-файле. А здесь нужно сделать несколько интересных вещей. Во-первых, если мы изменили текст, то неплохо бы оповестить о том, что текст изменился. Смотрите, ну, во-первых, непосредственно метод setText, где текст прям вот сдается. Здесь нужно сказать о том, что у нас текст изменился, если он, конечно, изменился. То есть ну, метод правильно, он сверяет с тем, что текущий текст тот же самый или нет, который передан. Если тот же самый, то ничего не делаем. А вот если другой, то тогда мы текст подменили и говорим, что текст changed. И спустили сигнал. То же самое с экшеном. Здесь, кстати, неплохо бы добавить проверку. If this action равно action, ничего не делаем. Значит, изменяем и говорим о том, что action изменился. Вот. Что здесь еще у нас? Remove. Ну да, здесь тоже неплохо бы говорить о том, что текст изменился, если у нас в тексте что-то удалилось. И важный момент какой? У нас и при изменении текста, и при изменении экшена может измениться процесс текста. И это важно оповестить всех о том, что процесс текста изменился. Мы не будем писать отдельный метод, мы просто привяжем сигнал о том, что процесс текста изменился, вот это вот, процесс текст changed, к сигналам о том, что текст changed и action changed. Тогда автоматически при изменении текста и изменении действия у нас будет оповещаться будут все оповещаться о том, что и обработанный текст изменился. Для этого мы вот сюда вот сходим, напишем QObject. Connect. И спускает сигнал у нас этот объект. Сигнал как называется? Давайте вспоминать. TextProcessor. Кто там? Если текст изменился, текст. Мы его хотим привязать к сигналу этого же объекта. Только процесс текст changed. Вот смотрите,
объект может сам подписаться на свои же сигналы. И этим можно пользоваться. Почему бы и нет? И то же самое сделать с Action. Вот. Теперь у нас есть готовый класс, у которого есть свойства, которые связаны, и испускать сигналы о том, что свойства изменились. Теперь давайте мы этот класс зарегистрируем. Значит, для того, чтобы зарегистрировать, нам понадобится подключить QuickQuick. И здесь вызвать метод QMLRegisterType. Ну, как видите, здесь много разных есть методов для регистрации. Можно базовые типы, разные расширенные типы регистрировать. Но нам понадобится просто сейчас простая такая штучка, QMLRegisterType. Мы будем регистрировать наш текст-процессор. Вот здесь нужно указать, где мы его регистрируем. Для того, чтобы указать, где мы его регистрируем, давайте посмотрим, как он используется. Он вот таким вот образом используется и называется текст-процессор. Смотрите, здесь он пока не подсвеченный никак, потому что никто не знает о том, что такой тип есть. Давайте мы его зарегистрируем. И имя типа в конце. Вот. Теперь давайте запустим. Установим. Запустилось. Давайте вот сюда сходим. Увидим, что у нас текст-процессор подсветился, потому что собрался объект, класс. Теперь мы знаем, что есть такой зарегистрированный объект, и он подсветился. Более того, здесь контекстные подсказки будут работать. Вот. Ну, давайте посмотрим, как устроено приложение. Сюда можно... Вот здесь вот сверху область, в которой обработанный текст будет вводиться. Вот сюда можно что-нибудь ввести. Давайте у нас большой букву напишу. Вот. Здесь можно выбрать action. По умолчанию no action. Я говорю uppercase. How bold стал uppercase. Lowercase. How bold стал lowercase. No action. Опять вернулся. Вот. И все это реализовано как раз за счет чего? У нас есть текст-процессор. Мы свойства ему подставляем из поля ввода. Вот этого. Смотрите, вот текст-процессор, текст это значение вот этого вот поля ввода. Вот это вот. То есть автоматически при изменении текста здесь меняется текст в текст-процессоре. Вот так, кстати, интересно посмотреть, когда вот здесь вот action какой-нибудь выбором, uppercase, да, вживую. Я сюда ввожу. Hi, hi, hi. Он сразу делается uppercase. Что еще? Action. Соответственно, action мы забираем тоже из комбо-бокса, в котором action можно выбрать. И здесь хочу обратить внимание на то, что используется зарегистрированный N. Здесь строится как раз моделька. Ну, не моделька, а массивчик, который содержит значение этих N. И смотрите, action выбирается как значение из этого массива, соответствующее current индексу. А current индекс выбирается вот из этих трех свойств, которые прям соответствуют вот этим трем значениям. Поэтому current индекс будет содержать свойства правильные, которые нужны. Ну вот, а в этом поле, где у нас вводится процесс текст, сюда передается значение из текст-процессора. И вопрос... Я вижу прям как раз вот по той теме, про которую я сейчас говорю. Как часто с QML будет вызываться метод read? Насколько критично реализовать QML плюс-минус тяжелого вычисления? Имеет ли смысл кэшировать результат? Смотрите, метод read будет вызываться каждый раз, когда оттуда нужно что-то прочитать. Вопрос в том, как часто бывает необходимо оттуда что-то прочитать. При изменении свойства будут срабатывать все биндинги,
которые к этому свойству привязаны, и каждый биндинг оттуда будет пытаться что-то прочитать. Ну, можем, кстати, это дело проверить. Как мы это дело проверим? Давайте добавим QDebug сюда. Я пока остановлю сборку. О, у нас уже 10 час пошел. Ну ладно, скоро закончим. 15 человек живых, неплохо. Ладно, так, QDebug. С помощью QDebug будем... И сюда добавим. Нам нужен CPP файл. Но с помощью QDebug будем что-нибудь писать. Где у нас тут? Вот процесс текст. Да? То есть как сейчас к нему обращаются? Вот, а теперь давайте я все-таки включу кнопку Comma Live, потому что я хочу сейчас менять кумельную часть экспериментального, не менять нативную. Точку запятой не поставил. Пересобираем. Вот видите, ну, у нас один раз вызвался процесс text_cold. Я сюда что-то ввожу, у нас значение из процесса text пытается считать вот это поле, поэтому оно каждый раз его вызывает. Теперь давайте посмотрим поинтереснее. А что, если у нас к процессу тексту привязано не одно свойство, а несколько свойств? То есть что, если помимо этого поля еще кто-то хочет в процесс текст что-нибудь писать. Ну, как мы это сделаем? Вот так вот сделаем. Поясним сюда property. String test, которая привяжется с текст процессору процесса текст. Так. Тогда давайте смотреть. Видите, он называется два раза. Тыц, 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 тыц. То есть теперь при каждом, ну, при каждом изменении у нас сигнал об изменении ловят два объекта, один из которых реализует биндинг к этому свойству, другой из которых реализует биндинг к вот этому свойству. Вот. И поэтому чтение вызывается два раза. Какой дешевый вариант это дело закэшировать? Ну, дешевый вариант это записать вот такое вот свойство, которое будет все кэшировать, и здесь уже, ну и во всех других местах использовать уже его, то есть root test. Ну, давайте я уж его теперь назову как-нибудь поразумнее. А, вот текст называется. Давайте я его назову processed text cache. Вот. И давайте почистим все дело. И можно видеть, что теперь вызывается по одному разу, когда он изменился. Но дешевый способ закэшировать. То есть теперь во всех остальных местах я могу биндиться на изменение этого свойства. Вычисляться уже ничего не будет. Будет просто получаться значение этой строки. Вы можете сделать кэширование умнее на стороне объекта, если вам понадобится. Так, ну, в принципе, с этим примером все. Получается, сегодня все примеры, которые хотел, показал. Какие есть еще вопросы?